Значит, в прошлый раз мы долго и упорно шли по нашей модели, рассказывали про приложение, как можно смотреть на нашу картину, пытались построить интуицию. И самое главное, о чем мы говорили, это некий порядок, порядок состояния передачи, более-менее оптимально. Давайте начнем с того, что напомню, о чем мы сейчас говорим. Так, мы полагаем, что у нас есть какой-то круг площади 1. На него мы, условно говоря, бросаем равномерно n точек. Эти n точек — это некие передатчики, это наши большие телефонные вышки, это наши ноутбуки, которые могут принимать сигнал и отдавать сигнал, и тем самым через Bluetooth сети все раз заполнять, соединять и так далее. То есть это может быть много чего угодно, что способно из одной точки в другую посылать какие-то данные. И самое главное, что оно посылает это все по беспроводной сети. Напоминаю, что, опять же, беспроводные сети, их суть не в том, чтобы как-то пытаться тягаться скоростями с кабелем, потому что кабель, он, а то и кабель. По нему данные идут хорошо, быстро, надежно. Беспроводные сети нужны тогда, когда нет возможности проводить кабель, когда это нерентабельно или еще нет времени. То есть для нас важна динамичность системы, ее способность как-то подстраиваться по системе, но из-за этого у нас есть все равно некоторая стабильность, у нас есть случайность. Нам хочется понять, чего можно ожидать. В частности, чего можно ожидать, когда количество передатчиков достаточно большое. Итак, значит, сами передатчики, их положение будем отличать как экситеры. Опять же, они лежат равномерно в кубе. И мы говорим, что каждый передатчик способен передавать, то есть всего их у нас. Всего у нас n маленьких передатчиков, каждый из которых может передавать только внутри круга радиуса Rn. Как мы обсуждали в прошлый раз, в целом R от n для того, чтобы было более оптимальная система, нам хотелось бы, чтобы радиус у каждого стоял поменьше. То есть, если он будет чуть поменьше, то это нам несколько облегчает задачу для передач. Почему? Потому что мы хотим избежать помех. То есть, если два передатчика посылают данные одновременно, опять же, в силу беспроводного характера передачи, они через волны, волны могут сталкиваться, появляются помехи, мы теряем данные и передаем сигналы недостаточно хорошо. Мы говорили, что чтобы избежать успешной передачи, первое, мы хотим, чтобы экситы и экзиты были хотя бы на расстоянии рота, но тогда для любого другого k, такое, что из k передает, нам хотелось бы, чтобы иксы и иска были достаточно далеко. Насколько достаточно далеко, например, так. Опять же, есть другие модели. Например, есть модели, которые более физические, которые больше учитывают в себя мощность каждого сигнала. Но, опять же, мы их для посвящения не будем. И опять же, как мы обсуждали в конце прошлого семинара, из этих ограничений нам как раз хотелось бы, чтобы R было поменьше. Почему? Потому что, да, чем меньше R, тем больше нам нужно проводить
скачков по нашей системе, то есть больше скачков, больше передатчиков задействовано, это сжирает ресурсы, но вот это ограничение, оно куда сильнее замедляет передачи, потому что, как мы отвечали, каждое такое условие занимает какой-то кружок, поэтому площадь, количество ресурсов, которые занимает это условие, оно растет с квадратом R. Когда количество скачков, ну, примерно ведет себя как линейный R. Поэтому нам хотелось бы, чтобы R было поменьше, но, как мы отмечали, чтобы система вообще могла передавать данные. То есть, в целом мы могли из какой-то произвольной вершины взять и как-то передать данные в любую другую вершину, нам бы хотелось бы, чтобы вся система была связана. То бишь, у нас сами вершины были достаточно близки друг к другу, что мы раз нашли одну вершину, потом другую вершину, и так могли перебираться. И из этого условия связанности системы, мы вытащили следующий порядок. Давайте я снова напишу в этой форме. Мы вытащили порядок натурального логарифма n плюс c логарифма n. Давайте я сразу напишу все это. И мы сказали, для того, чтобы система была связана с большей вероятностью, нам необходимо, ну и достаточно, чтобы c стремилось к бесконечности. То есть вот примерный порядок. То есть радиус должен быть что-то вроде корень из логарифма 9 на n, корень из логарифма 9 на n, и еще чуть-чуть. И, собственно, как мы обсуждали в прошлый раз, чтобы получить нужный нам результат, примерно такой порядок мы и возьмем. Хорошо. Итак, ну давайте все-таки вернемся к исполнению. Итак, значит, что мы хотим? Мы говорим, пусть у нас в этом самом кружке, то есть вот здесь у нас нарисованы 1, 2, 3 наши передатчики, пусть также появляются некие юзеры, наши пользователи, которые y. Пусть y столько же, сколько x. То есть n передатчиков, n пользователей. И они хотят посылать данные, скажем так, какому-то знакомому, то есть они каждый y битый выбирает себе другого юзера и хочет посылать ему данные. Причем хочет посылать с некой заведомо неплохой средней скоростью. Опять же, мы не требуем, чтобы каждый пользователь мог в любой момент времени взять и послать все, что ему хочется, и все. Мы понимаем, что все передатчики одновременно работать не могут. Ну, значит, все пользователи точно одновременно не могут передавать данные. Нас интересует существование какого-то расписания. То есть мы хотим как-то построить день, как-то слотировать время и сказать, вот в это время, вот вы передаете данные, в это время вы передаете данные. И мы хотим, чтобы у каждого в течение дня была какая-то минимальная скорость передачи. Нас она интересует. Итак, эту скорость мы обозначаем лямбда от n. Это достижимая средняя скорость, которую мы хотим. И мы в прошлый раз формулировали, ну, несколько результатов мы сформулировали. Давайте я напомню. Это результат, который мы будем немножечко обсуждать сегодня. Точнее, не немножечко, мы будем обсуждать сегодня этот результат.
И некоторые места доказательства этого сдата мы будем выпускать, естественно, чтобы не перегружать техническими деталями. Но основную идею мы разберем. Итак, вероятность того, что средняя скорость, равная некая константа, единственное 1 плюс дельта в квадрате. Что вы называете? Средняя скорость достижима. Значит, существует такая константа C, что с достаточно большой вероятностью мы можем реализовать такую среднюю скорость. И такую среднюю скорость мы можем получить для всех y одновременно. То есть мы можем сказать, так, вот у нас день, вот мы слотируем время, этот y передает время в такой-то момент, t в такой-то момент и так далее. Итого, в среднем за день мы сможем получить для каждого пользователя такую среднюю скорость. Хотя бы. Или больше. Опять же, дурное другое. Можно подобрать такую константу, c', что вероятность того, что лямбда достижима, будет в пределе 0. То есть на самом деле, вот этот порядок, то есть 1 на m log n, 1 на корень из m log n, это именно эта граничная скорость, то бишь для каких-то констант мы можем ее получить, для каких-то уже не можем. То есть это именно такое отсечение. Собственно, сегодня мы и будем говорить о том, а как примерно построить схему, как примерно задать слотирование нашей системы, чтобы получить вот такую среднюю скорость. Хорошо? Да. А тогда вот в каких вообще алгоритмах это используется? Просто в повседневной жизни вроде не похоже на то, что я, например, когда хочу передать кому-то сообщение, жду, например, день. Где это используется? Во-первых, я говорю день, потому что мне проще в моей голове. Давайте так. Возьмите час, разбейте час по секундам и просто каждую секунду передают, ну, и так далее. Это первый комментарий. Второй комментарий. Вы должны для себя понимать, что на самом деле вы не живете в этой сложной ситуации, когда вам нужно полностью полагаться на беспроводную сеть. Вы очень часто как раз полагаете, то есть, опять же, мы подчеркивали, что вот у нас какой-то неприятный результат. У нас чем больше объектов, тем меньше скорость. Да. У нас есть явно уменьшение средней скорости, и это неприятно. На самом деле, это и есть такой минус нашей динамичности беспроводных сетей. Как его решать? Ну, тем, что как раз не делать беспроводные куски слишком расширяющимися, а, например, разбивать беспроводные куски на некоторые сектора. Условно говоря, это сектор более-менее маленькой площади, а между ними провести кабель. То есть именно что... опять же, в прошлый раз мы еще обсуждали, что если мы будем налагать ограничение, что пользователи будут общаться только с ближайшими и так далее. То есть в беспроводных сетях, если вам нужно передавать на неограниченное расстояние, все, каждому неограниченное расстояние нужно передавать, тогда вот мы получаем следующее. Поэтому в обычной жизни нам бы хотелось бы сделать беспроводные куски маленькими, а между ними провести кабель. Хорошо. Так. Значит, в принципе, все, что нам нужно, это, ну,
В принципе, все, что нам нужно запомнить, эти два ограничения и вот этот порядок. Ну, я надеюсь, что они уже отложились. А дальше уже просто будем как-то все упорядочивать и строить схему. Итак, ну, давайте начнем с простой идеи. Значит, мы хотим из одной точки передать другую. Как? Ну, прыгая между нашими передачами. Более-менее разумная идея. В принципе, в прошлый раз мы ее примерно уже как-то озвучивали. Вот, допустим, у нас есть гиперкрытый. Вот у нас есть выбранный им пользователь, которому он хочет передавать. Мы берем, вот в пространстве они стоят, проводим между ними прямой линию. То есть, казалось бы, если мы примерно по прямой будем передавать, то расстояние, которое нам нужно пройти, минимальное. Наверное, количество скачков, которые нам придется сделать, тоже более-менее оптимально. То есть, идея тут простая. Ну, естественно, мы не ожидаем, что здесь окажутся экситы, поэтому, скорее всего, в любом случае, мы будем делиться как-то так. Но идея пока что такая. Но, опять же, вот у нас какие-то случайные экситы, мы не понимаем, как они расположены, все случайно. Чтобы построить какой-то алгоритм, даже хоть и в такой сильно случайной среде, нам хочется ее как-то упорядочить. Нам хочется принести вот эту стабильность, какую-то организованность, чтобы потом от нее отталкиваться, и уже все было более-менее интуитивно и понятно. Значит, для этого мы фактически хотим построить систему вышек, которую бы мы ожидали, скажем, в системах телефонной связи. То есть, когда у нас есть сколько-то вышек по городу, они стоят, они стационарные, и мы звоним в одну вышку, а вышка передает другому, 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 и так далее. То есть, мы хотим какую-то стационарную систему. Для этого мы построим так называемое разбиение Воронова. Нам понравится. Значит, здесь нет абсолютно ничего сложного. Мы выбираем какие-то точки не случайные. Сразу замечаю. Какие-то не случайные точки А1, А2, А3, А4 и так далее. Их количество я пока что не уточняю. Оно мне пока. Собственно, оно мне не важно пока. Мне не будет важно. Значит, и я хочу разбить все пространство на следующие ячейки. Я хочу выделить те точки, которые ближе всего к А2, ближе всего к А3 и так далее. То есть я как-то так разделяю такое, такое. Значит, как-то мы разбиваем все наше пространство на ячейки. Что это будет за ячейки? Значит, их мы будем означать ВИТЭ. ВИТЭ, соответственно, который будет соответствовать какой-то из этих точек АИТЭ. Это будут все X, все X нашего множества, нашего круга. Такие что? X минус аита мио. То есть все x, которые ближе к аитому, то есть ближе к аитому, чем ко всем остальным, мы выделяем в ячейку аита. И так далее. Просто вот берем и разбиваем так. Получаем здесь какие-то многоугольники. То есть, опять же, если бы у нас была просто система из двух точек, например, ну, тогда уже просто так бы разбили. Но понятно, что нам понадобится чуть больше, чем для точки.
чуть-чуть. Итак, значит, вот мы учили ячейки. На самом деле эти ячейки мы в каком-то смысле для себя и будем подразумевать как такими областями, где работает наша мнимая станция. И, собственно, один из эксцитов, один из передатчиков в этой ячейке и будет этой станцией. Вот так мы хотим, скажем так, стабилизировать нашу систему, сделать ее более понятной и чуть, в каком-то смысле, чуть менее случайной. Но, так как мы понимаем, что ага, у нас есть какие-то ограничения на передачу, мы можем передавать максимум на R, у нас еще есть помехи, нам это нужно учитывать, поэтому любые вариты нам не подойдут. То есть просто так взять какие-то точки A1, A2 и так далее нам нельзя. То есть нам нельзя брать сильно мало точек, и нам нельзя брать их сильно много. Потому что если их будет сильно много, и мы слишком мелко разобьем, то у нас тоже будут проблемы на самом деле. Хорошо. Ну, собственно, эти проблемы могут, например, выражаться в «мы будем делать слишком много скачков». Что-нибудь такое. Итак, какое ограничение на выйти мы хотим сделать? Мы хотим, чтобы каждая вылитая содержала в себе круг радиуса, давайте обозначим урок. Я хочу, чтобы каждая ячейка содержала круг радиуса урок и сама содержалась в круге радиуса бар. То есть такое регулярное условие, чтобы, опять же, наши ячейки не были бы слишком маленькими или слишком узкими, чтобы, опять же, можно было проще регулировать все это. Но, опять же, мы не хотим, чтобы они были слишком большие. А вот это некоторые параметры, которые мы будем определять? Да, мы очень скоро... А, давайте сейчас я определим. Значит, ро мы определим через наш радиус Rn. А именно R от N будет равно ось ро. Сколько? 8. Вот такое произвольное из ниоткуда число 8. Почему 8? Ну, на всякий случай. Хорошо. То есть примерно 8 нам хватит. На самом деле мы еще скоро, собственно, напрямую зададим, а чему равно ро, а соответственно и чему равно r. То есть какой радиус передачи мы хотели бы зафиксировать для наших передач. Опять же, мы помним, что мы бы хотели наш радиус сделать поменьше. Но мы помним, что вот у нас какой-то, ну, опять же, наш барьер, наше понимание, какого примерно порядка должен быть. Хорошо. Ну, давайте, что ли, поговорим, а почему вообще можно выбрать такие точки А1, А2, А3, А4 и так далее, чтобы вот это условие было выбрано. Ну, здесь, на самом деле, идея доказательства весьма тривиальна. Берем, выбираем первую точку А1. Дальше по индукции. То есть предполагаем, ну, то есть хотим, чтобы она была где-нибудь внутри. Дальше по индукции предполагаем, что у нас выбраны А1 и так далее, АН большое, и круги, так, значит, вокруг всех них, 1, 2, я рисую круги радиус ро. И все они не пересекаются. То есть я просто выбираю по черной точке, чтобы круги радиус ро между ними не пересекались. И каждый раз я беру, если есть точка новая, x, и если я вокруг нее тоже обвожу кружок радиус ро, и он ни с чем из этих кружков не пересекается,
то я добавляю эту точку X. И так далее. То есть мы просто выбираем одна за другой точки. Фактически мы кладем поочередно в наш большой круг круги радиуса ρ. Понятно, что наш круг конечной площади, площади 1, значит, мы можем такую операцию провести конечное число раз. Значит, когда-то мы остановимся. Ну, а дальше проверяем, почему подходит нам такая последовательность точек А1 и так далее, А1, А2 и так далее. Ну, если мы смотрим на наше множество ВИТы, почему ВИТы будет содержать круг радиуса ρ? Ну, потому что мы знаем, что круги радиуса ρ не пересекаются. Значит, эти точки, как минимум на расстоянии ρ от А1, например, вот эти точки на расстоянии как максимум ρ от А1, и они больше, чем на расстоянии ρ до А2, А3 и так далее. То есть все остальные точки, они дальше, в силу того, что круги не пересекаются. Ну а теперь, а почему выполнено данное условие? Ну давайте смотреть. То есть пусть у нас в ячейке вынятой есть такая, то есть пусть невозможно положить нашу ячейку в круг радиуса 2 ρ. Значит, у нас есть, то есть, условно говоря, есть какой-то центр, и есть какая-то точка, которая дальше, чем на 2 ρ от него. Это значит, мы еще одну окружность могли нарисовать. Да, это бы означало, что там была еще одна окружность. Потому что эта точка, она все еще ближе, то есть, смотрите, вот у нас, опять, пусть это какая-то А1. Вот пусть у нас есть точка какая-то, которая достаточно далеко. Но раз она внутри ячейки, значит, от остальных А2, А3 она еще дальше. А отсюда она как минимум на расстоянии 2 ρ. Ну, значит, а если мы поставили сюда кружок радиуса ρ, то тогда бы она не пересекалась. С этим кружком радиуса ρ, с этим кружком радиуса ρ, она бы не пересекалась. Противоречие. Значит, такой точки нет. Значит, все ячейки как раз удовлетворяют данное условие. Да? Хорошо. Ну, теперь, ну, простое замечание. Значит, вот возьмем какие-то ячейки, которые по соседству. Какие ячейки мы назовем соседству? Нам достаточно, на самом деле, чтобы у них была хотя бы одна общая точка. Вот, например, V1 и вот V2. То есть соседними мы будем называть, у которых общая сторона или общая точка, неважно. И как только мы выбрали такое условие, то тогда из любого передатчика, из любого икса, который лежит в V1, мы технически способны передать любую точку, которая лежит в V2. Почему? Ну просто потому, что эта ячейка лежит в круге радиуса 2 ρ, это лежит 2 ρ, значит, здесь диаметр 4 ρ, здесь диаметр 4 ρ, значит, весь диаметр 8 ρ, поэтому мы выбрали 8 ρ. Вот и, так сказать, интрига завершилась. Собственно, опять же, это как раз наше простое условие, чтобы мы, условно говоря, опять же, мы пытаемся стабилизировать нашу систему.
Для этого мы хотим, чтобы из соседних ячеек мы могли как-то спокойно передвигаться, и условия, что наши все передачи максимум на R, чтобы оно нам не мешало в этой интуиции. Ну, хорошо. Ну, теперь тогда вот он. А вот SPI ты там уменьшили дробную должность? Условно говоря, эта запись означает, да, эта запись означает, что вот этот модуль – это минимум из этих модулей, где G, в частности, это ether. То есть я мог бы написать меньше равно минимум по G не равно I, но можно и так написать, и сказать, что это минимум. Опять же, в каком-то смысле мы подразумеваем, что если у ячеек общая сторона, то сторона лежит в обеих ячейках. Но опять же, это нам никак не мешает. В каком-то смысле, если вдруг точка будет лежать на границе, мы можем ее без каких-то проблем присваивать к одной ячейке или к другой. Это на алгоритм не сильно повлияет. Хорошо. Так, значит. Хорошо. Давайте тогда пойдем дальше. Так. Ладно, ты пока еще виси. Значит, что? Что нас интересует? Значит, первое условие, что мы можем передавать максимум на R, мы проверим. Теперь нам нужно как-то подумать над условием, что если у нас передающие вершины хотя бы на расстоянии 1 плюс дельта r, тогда у нас возникают помехи, которые мы не можем допустить. Мы хотим посчитать, у нас какая-то ячейка v1, ну, например, v1, неважно. Мы хотим понять, сколько у нее, сколько для нее есть ячеек, которые способны для нее создать помеху. То есть, вот какая ячейка. Значит, чтобы какая-то другая ячейка в принципе могла создать помеху, нужно, чтобы расстояние между ячейками было хотя бы, ну, или если оно 1 плюс дельта r или меньше, тогда есть возможность для зашумления. Ну, хорошо. Значит, вот у нас условие. Любая ячейка, у которой есть точка, которая хотя бы меньше, чем на расстоянии 1 плюс дельта r, тогда она способна нам создавать помеху. Давайте просто возьмем и пересчитаем, а сколько таких ячеек может быть. То есть смотрим. Опять же, наша ячейка лежит в клубе радиуса 2 ро. А, так. Тут. А, тут, кстати, на самом деле. Тут на самом деле все чуть-чуть сложнее. На самом деле. На самом деле, у нас следующее. Чтобы гарантировать, что катер передатчик не мешал этому, гарантия на самом деле существует. Давайте поймем, почему это так. Это гарантия.
На самом деле, эта гарантия нам нужна, чтобы не просто передавать в одну сторону, но и в другую. Раз она за другую, то у нас есть еще дополнительный радиус R, поэтому 1 плюс дельта превращается в двоечку. Ну ладно, хорошо. То есть, на самом деле, тут все чуть более тонкое. Давайте на всякий случай, я скажу следующее. Значит, вот у нас наша ячейка лежит в круге радиуса 2. Еще вокруг мы проведем расстояние 2 плюс дельта R. И для любой ячейки, которая вот тут на границе где-нибудь зажата, мы еще скажем, если у нас как-то есть какая-то ячейка, то одной точечкой в эту зону попадает, мы еще скажем, она тоже лежит в круге радиуса 2 ро. И такого мы получим. Сколько итого мы получим кружков? Мы получим круг радиуса 2 ро, то есть сразу 4 ро. 2 плюс дельта R. Вот такой радиус нам хватит. Можно еще на всякий случай увеличить. Получаем. Вот у нас круг. Все ячейки, которые хоть как-то могли бы помешать в 1, они внутри него. Все остальные, они за границей. Ну хорошо. Берем площадь этого круга. Но опять же, теперь мы понимаем, все ячейки, которые могут помешать в 1 передавать что-нибудь, они внутри. Но каждая ячейка сама по себе содержит кружок радиуса ро. Значит, ячеек, которые могут нам помешать, не больше, чем эта площадь поделить на ту самую первую. То есть в этот большой круг мы можем поместить не больше, чем столько ячеек, которые могли бы нам помешать. Отсюда можно это более-менее грубо оценить сверху, как какая-то константка C1. Давайте выпишем вот такую константу. То есть количество ячеек, которые могут помешать в 1, ну, опять же, его вылитое, она не превосходит данную. Ну, чудно. На самом деле, это фактически нам задает сразу некоторое расписание. Значит, смотрите. Это я сейчас стираю. То есть, как создать расписание, в котором заведомо, то есть, опять же, пусть мы как-то выбрали. Вот у нас есть какие-то ячейки. Давайте я, чтобы не рисовать пятиугольники, шестиугольники, у нас в голове какая-то картина, что мы хотим передавать из одной ячейки в другую. Опять же, у нас разные пути. У нас N пользователей полный. Вот мы разбили на наши ячейки и говорим, хотим передавать таким-то образом. Как построить расписание, которое заведомо скажет, одна ячейка не будет мешать другой ячейке передавать вообще? Оно просто. Мы говорим, давайте я сейчас веду к известной задаче по раскраске графа. Я, кстати, не помню, мы обсуждали что-то такое на... Нет? У меня такое ощущение, что мы много раз обсуждали, а может быть это когда-нибудь обсудить? Да, это круто. Да, поэтому все время кажется, что
Хорошо. Итак, пусть у нас есть какой-то граф. И у нас есть такой вопрос. Какое минимальное количество цветов нужно взять, которые мы раскрасим вершины, и для любого ребра его концы раскрашены в разные цвета. И есть утверждение, что если степень вершин, то бишь количество ребер, которое исходит из каждой вершины, если степень не больше, чем какая-то константа k, тогда один плюс k цветов нам хватит. То есть, опять же, не говорю ничего про оптимальность и так далее, потому что на самом деле я давно этим занимался. Но один плюс k цветов нам хватает. Значит, один плюс столько. То есть это практически и есть наша оценочка на степень каждой вершины. То есть мы можем разбить на 1 плюс столько цветов. Мы разбиваем наше время на столько слотов. И говорим, мы вытаскиваем ячейки первого цвета, говорим, в этот слот времени ячейки данного цвета придут из класса. Потом, второй слот. Ячейки второго цвета придут информацию. И так далее. И так как мы здесь все учли, ни одна ячейка не способна помешать другой передать. И плюс в силу нашего построения во всех ячейках реализуется операция передать информацию в соседнюю ячейку. То есть нам достаточно, чтобы хотя бы была соседняя вершина. То есть любую такую ячейку мы можем передавать. Вот какой-то алгоритм, какая-то схема простая. Опять же, мы просто взяли очень случайную систему и привнесли стабильность. И после перемены мы уже поговорим про вероятностную часть этого алгоритма. То есть именно здесь сейчас мы сказали основную идею алгоритма с точки зрения такой неслучайности алгоритма, его идея. А дальше, после перемены, мы поговорим о том, а почему этот алгоритм пройдет, почему здесь не получится никаких коллизий большой вероятностью, и плюс, а какую скорость мы можем получить. Вот на это после перемены. Получается, что оценка очень мудрая. Насчет очень грубый нет, конечно. То есть, скажем так, просто есть очень разные графы. То есть, классическая вещь — полный граф. То есть, если вы возьмете граф, три вершины, каждая из которых соединены, то вы знаете, что вам нужно три цвета. Да. То есть тут никак. То есть для полного графа вы знаете, что оценка не больше облака, и вы даже знаете, что вам ровно кажется стоп. То есть минимум к цветов вам нужен. Но как только вы говорите про графы намного более разреженные, то там можно что-нибудь придумать более интересное. Например, про тот, который вы там нарисовали. Да, я просто как раз у нас уже там всего достаточно. Да, да. А, это да. Но опять просто здесь получилась довольно квадратная решетка. Я поняла, это для полного графа это самый худший случай, да? Да, полный граф — самый худший случай. Эти графы, которые вот так, это, условно говоря, это наоборот, на очень хороший случай. То есть здесь все связи, они очень локальные, они очень контролируемые, поэтому можно по индукции как раз вот разбивать. Но опять же, понятно, что, когда вы делаете разбиение Воронова, у вас ячейки будут очень регулярные, и, то есть, скажем так, такую простую картинку вы не будете разбивать. Воронова на первую точку произвольно набираем, да? Ну, просто круг. Да.
От него уже пляшем. Да, то есть говорить о том, какое разделение Воронова самое лучшее, то есть на самом деле об этом тоже можно говорить, исследовать, как это может повлиять на скорость, но это отдельная тема, и не могу сказать. Я по этой теме не могу много сказать. Поэтому можно пытаться гнаться за какой-то оптимизацией. На этом один вопрос. Здравствуйте, Сергей Георгиевич. Ну что ж, продолжим. Значит, вот мы как-то разобрались с... На самом деле, я скажу следующее. Мы в каком-то смысле разобрались с условием, что мы можем придавать максимум расстояние R, и что у нас коллизии или столкновение сигналов, если у нас расстояние d+d. Значит, с этими условиями мы разобрались. Осталось только для данной схемы, которую мы описали, разобраться, почему она работает и какую скорость она, собственно, дает. И, собственно, в силу результатов, которые мы доказывать не будем, потому что там другие техники, другие результаты, которые невероятно будут сильно участвовать, в силу других дополнительных результатов, то, что мы получим, это на самом деле оптимальная скорость. То есть, несмотря на то, что все, что мы делали, это такие какие-то более-менее грубые, более-менее такие естественные шаги, на самом деле это и есть наилучшее, что можно сделать. То есть, как минимум по порядку и как минимум, когда n у нас достаточно большое. То есть, понятно, что, опять же, повторяю, что когда n маленькое, то в зависимости от того, как попадут точки, можно пытаться как-то дополнительно оптимизировать, как-то что-то улучшать. Но как только у нас n достаточно большое, то в принципе лучше данного, наверное, так. Так, итак, о чем нам нужно поговорить с этой точки зрения? Значит, в данный момент мы подразумеваем, что вот у нас есть какая-то ячейка вылитая. Нам по расписанию нужно из этой вылитой с помощью какого-то передатчика, не знаю, по индикатору, нам нужно с помощью какого-то из передатчиков передать информацию. Дальше пути. А какие пути? А, кстати, я даже этого не упомянул. Просто опять же, как я упоминал, вот у нас есть какие-то ячейки. Вот у нас наш пользователь или питер, у него есть пользователь, которому он хочет передавать данные. Что мы делаем? Проводим прямую линию. И говорим, мы хотим пересылать данные ровно по ней.
То есть все, что пересекает эта прямая линия, другую ячейку, мы говорим, хорошо, из этой ячейки я хочу передать сюда, 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 и наконец вверх. То есть вот такая вот простая идея. В данной идее в ячейке вылета должен быть какой-то передатчик XCAT, который в каком-то смысле будет с этого буфера, взять, поднять данные и отправить их дальше. Но вот проблема. А почему вообще в ячейке вылета будет хоть одна точка? Вот это первый вопрос. Второй вопрос, который нас будет интересовать вероятность с точки зрения, и который будет, собственно, в основном влиять на скорость. Сколько таких прямых линий, сколько таких путей нужно реализовывать каждой ячейке? То есть если вы, вот у вас карта, вы, у вас какие-то ваши пути движения информации, и вам по данному алгоритму ваша ячейка должна как-то справляться с этим потоком информации. Возможно, через одну ячейку проходит несколько линий. И тогда в каждый слот, который выделен для данной ячейки, она должна справиться с одной линией, второй линией, третьей и так далее. То есть основное ограничение в данном алгоритме, которое определяет нашу среднюю скорость, это сколько линий пересекает каждую ячейку. То есть, и, соответственно, этот максимум линий, пересекающих наши ячейки по ячейкам, это и будет то условие, которое будет реализовывать нашу среднюю. Ну, собственно, дальше мы просто дальше пойдут более-менее схематические рассуждения, которые будут использоваться для вероятности. Значит, давайте у них поговорим. Итак, утверждение номер раз. Предел того, что каждой ячейки вылета есть икатая какой-то. Предел вероятности того, что в каждой ячейке есть хотя бы один передатчик, в пределе это единица. То бишь, чем если у вас достаточно много передатчиков, то вы с большой вероятностью ожидаете, что в каждой ячейке, вот прям в каждой, у вас будет хотя бы один передатчик, который, собственно, и будет играть роль буфера. И тогда сама ваша схема, в принципе, реализуется. Значит, как это показывать? Ну, давай смотреть. Тут, наконец-то, мы обсудим, точнее, введем, какую разницу мы вообще хотим сделать. Для этого я задам, собственно, наш ро. Я хочу, чтобы ро было таким, почему-то я решил, что хочу, чтобы площадь вот этого кружка, который лежит в каждой ячейке, чтобы эта площадь была вот такой. Опять же, для сравнения, если у нас R — это 8 ро, ну, для себя мы должны понимать, что какое-то сравнение с вот этим критическим результатом, оно есть. Давайте поймем, какое. R в квадрате получается не что иное, как 54 R в квадрате. А это у нас здесь еще дополнительная сотня. Ну, довольно много. То бишь, мы на самом деле намного-намного больше, чем вот этот оптимальный радиус, который нужен будет для того, чтобы сама система была сверху. То есть, в каком-то смысле, порядок, то есть, именно вид через R, все тот же самый,
Просто мы перед этим еще ставим какую-то достаточно большую константу. Зачем? Чтобы все было реализуемо достаточно хорошо. Но порядок и основной вид остается тем же самым. Хорошо. Так, значит, ну давайте начнем с простого. Возьмем одну ячейку, выберем. И зададим себе вопрос. А какова вероятность, что в эгоидной есть сверячка? Можем ли мы как-нибудь эту вероятность снизить? Напоминаю, наши иксы кидаются равномерно, независимо равномерно. Вся площадь делить на количество передач. Действительно. А давайте я делаю еще проще. Пусть в ячейку попал передатчик экскатора. Возьмем конкретный передатчик экскатора. Какова вероятность, что он попадет в ячейку? Можем ли мы как-нибудь оценить эту вероятность? Опять же, все ячейки могут быть хоть какими, они могут быть какими-то странными полигонами, с 10 сторонами, со 100 сторонами, неважно. Поэтому найти эту вероятность мы не ожидаем, но можем ли мы ее оценить? Двору. Ой, ничего не будет такого. А, снизу, ну там он содержит в себе круг радиус ρ, значит, ρ квадрат. Значит, и ρ квадрат делить на площадь всего, это единичка, поэтому как минимум и ρ квадрат. Собственно, как будто бы ради этого мы и делали условие, что каждая ячейка содержит кружок. Как раз вот для этого мы и делали. Чтобы ячейки не были бы сильно похожи на линиями, чтобы у нас была сильно большая вероятность, что у нас вообще ни одной там, ни одной передатчики не окажется. Ну хорошо. Значит, мы знаем, что для каждой ячейки у нас есть какая-то понятная, ну, хотя бы оценка вероятности того, что туда попадет какая-то передатчик. Отсюда мы можем даже посчитать, сколько в среднем попадает в данную ячейку вылитая передатчика фикскатора. Просто через оценку, ну, опять же, оценить. Понятно, не вычислить среднее, а оценить. Поэтому, собственно, на самом деле, при достаточно большом n вы уже можете как-то полагать, что, ага, ну, в среднем, да, если у нас есть вот такая какая-то хорошая оценочка, то мы должны понимать, что в среднем в каждую ячейку должно попадать что-нибудь. Почему? Потому что мы поставляем сюда, то есть сотня не важна, здесь логарифм делить на n, значит, всего передатчиков n, значит, умножаем, то есть среднее количество, которое попадет, среднее количество передатчиков, которые попадет в ИТ, например, чиселка n, то есть сколько в среднем попадет в ИТ, мы понимаем, что это больше равно, чем получается 100 логарифм n умножить на n. Просто потому что для каждого передатчика экскатора такая вероятность есть, и всего n. Ну и получаем, ага, прекратилось, ну вот как минимум 100 логарифмов n, там n растет, ну значит, ну хорошая оценка, скорее всего будет, ну, вот, но опять же, это случайно, поэтому гарантировать-то пока нельзя, даже если среднее количество вершин будет достаточно хорошим, пока нельзя, поэтому на самом деле, даже закон больших чисел, даже ЦПТ нас пока не спасает, потому что нам хотелось бы как раз каждую ячейку.
Для этого нам придется все-таки сформулировать некое дополнительное дополнительное утверждение, дополнительную теорему. А перед этим придется ввести некоторые дополнительные инструментарии. И практически на этом мы примерно... А у нас еще одна ремка и все. Итак, значит, нам понадобится следующее понятие, а именно размерность бабника черного эксера. Размерность бабника. Она же вапник. Она же называется комбинаторная размерность. То есть эта размерность говорит вам, насколько сложно, насколько запутанно у вас ваш набор множеств. То есть если у вас какой-то набор множеств, и вы пытаетесь понять, насколько причудливы они формы, насколько они интересно способны покрывать ваше пространство и так далее. Как определяется эта размерность? То есть пусть у вас есть какой-то бокс, некое множество под множество f. То есть в нем есть какие-то, собственно, какие-то формочки. То есть в этом F содержатся какие-то множества. Мы будем говорить, что F разбивает множество точек A. Вот у нас есть какое-то множество точек. Мы будем говорить, что F разбивает множество А, что для любого подмножества из этих точек, скажем, мы можем найти, то есть существует такое B, что он отделяет эти точки от всех остальных. И что это означает? То есть берем эти точки, как мы это обозначим? Значит, эти две точки обозначим как С. Значит, для любого такого подмножества точек С мы найдем B из F. А пересечь B. Вот. То есть наше множество F настолько таких приятных и удобных форм, что они могут взять и полностью отделить эти две точки от всех остальных. Вот это означает, что F может разбить A. И размерностью вапника черного эксера называется следующее. C. Так, это будет для меня. C. F. Это прямо. Если А, и что F развивает А. То есть размерность бабника черного эксера — это наибольшее количество точек, которые F способны отделить друг от друга. И что мы хотим доказать? Мы хотим доказать, давайте перед тем, как... Так, конечно. А как положение точек учитывается? А точек учитывается? Нет, то есть именно что, как только существует набор точек, что мы можем его разбить, то это уже... То
есть он просто должен как-то существовать. Просто какой-то набор, какое-то количество. Угу. То есть, если мы можем подобрать такое количество точек, ну понятно, что различных. То есть, такой набор различных точек, что f разбивает a, то уже у нас получается такая. Для чего нам нужна эта теорема, для чего нам нужно это определение? А для того, чтобы использовать следующую теорему. Значит, размеры квадратных равных для множества f, множество множества f, меньше бесконечности. Пусть x и y, то есть, опять же, мы в каком-то смысле хотим получить что-то вроде закона больших чисел, только чтобы он выполнялся одновременно. То есть одновременно на каких-то множествах. То есть снова, как в законе больших чисел, мы говорим, у нас какие-то x и y, они у нас независимые, одинаково распределенные. Пусть у них какое-то распределение p с индексом x. То есть все как в законе большинства. Только еще откуда-то взялось какое-то множество. Откуда-то не будет анализироваться. Тогда для любых эпсилон дельта больше нуля выполним на следующее. Вероятность supremum по всем b и z. То есть, опять же, supremum по каким-то множествам. То есть у вас есть набор каких-то множеств. И вам изучаем f. И мы берем supremum по всем. Соединенная сумма индикаторов. Опять же, индикатор просто. Единичка, если мы лежим, да, нолик, если нет. И это новая. Отнимаем отсюда вероятность. Значит, супремум того, что модуль такой разности будет меньше эпсилон, больше, чем один из дельта. Как только n больше или равно некая сложная функция, я ее не буду как выписывать, страшная функция. Страшная функция от размерности просто f от эпсилон и дельта. Опять же, это ограничение известно в явном виде, его можно посмотреть. То есть вся эта теорема называется теорема Бахника и Черненкса. Получается, как только наше множество не очень сложное, что это означает, что у него комбинаторная размерность конечная, то тогда мы можем говорить что-то про попадание в элементы данного множества, причем здесь супремум все-таки множество, и как-то вот это количество точек, вот эта сумма, которая здесь написана, это просто количество точек, которые попало в B. И отсюда вы можете сразу говорить, давно же все на m большое, раскрыв модуль, вы можете отсюда сразу вытащить супремум количество точек, которые попали в B. Ну, чудно. Это примерно то, что нам нужно. Это результат, который нам нужен. Мы хотим как раз, чтобы для всех ячеек мы могли как-то оценить количество точек, которые попало в ячейку.
Ну, опять же, нам достаточно оценки. Поэтому, опять же, давайте я сотру. Мы знаем, что внутри каждой ячейки у нас есть кружок радиуса ρ. Поэтому если передатчик иксы попал в кружок, то он попал в ячейку. Поэтому, на самом деле, можно сказать следующее. Пусть F это кружки, круги радиуса ρ, ну, внутри нашего сосуда. То есть, опять же, забыли про разбиение Воронова, какие-то сложные полигоны и так далее. Берем круги радиуса ρ. И покажем, что для них размерность трафика Чернегуса конечная. А значит, для них можно выписать такое, такое утверждение, из которого будет следовать. Вероятность того, что хотя бы одна точка попала в кружок, будет достаточно большая. Ну, опять же, как только у нас количество передатчиков достаточно большое. Вот, вот это рецепт успеха. Поэтому я каждый раз думаю, что сейчас буду рассказывать, и все пойдет очень-очень быстро. А потом пойти уже дополнительные вещи рассказывать и получать это, как всегда. Итак, завершение сегодняшнего доклада. Я хочу показать, что размерность фабрики Чернегуса для кругов конечная, а еще больше она на трем. И после этого схематично порассуждать про второй наш вопрос, количество линий, которые пересекают в ключе. Это на самом деле для количества линий, которые пересекают ячейку, также будет использоваться та же самая теорема Бабрика-Чернегуса, только там на самом деле нужны дополнительные штуки для образования, поэтому их точно надо будет. Но давайте, опять же, просто для себя поймем, что такое размер Бабрика-Чернегуса, просто вот взяв такой приятный пример. Просто штуки. Значит, сколько точек, ну давайте начнем с такого. Почему размерность фабрики Чернегуса для кругов хотя бы 3? Ну, просто берем и прочтем. Располагаем их как равномерный треугольник. Равносторонний треугольник. Ну, значит. То есть, опять же, у нас круги заданного радиуса. Поэтому мне нужно специальное расстояние между точками, чтобы взять, отделять их вот так. И какое расстояние мне нужно сделать? Мне кажется, если мы сделаем расстояние ровно между ними, то нам это. То есть, я думаю, несложно поверить, что можно поставить три точки в виде треугольника. То есть, самое главное, то есть, понятно, что в любом случае, чтобы отделить одну точку, это легко. Единственное, что нам нужно сделать, это положить все три точки в один круг, а потом, чуть-чуть сместив в сторону, выделить только 200. Поэтому, хотя на самом деле отсюда видно, что в любом случае, как только мы смогли три точки положить внутрь круга, то мы и делали. Поэтому берем треугольник с достаточно маленькой стороны, односторонней, и получаем, что размерность хотя бы 3. Осталось показать, что она не может быть 4.
Но берем какие-то, ну давайте, начнем, условно говоря, простого случая, который точно не подойдет. Если у нас три точки образуют треугольник, а четвертая лежит, условно говоря, внутри треугольника, то этот случай нам точно не подойдет. Почему? Потому что вот эту точку мы никогда не сможем отделить от остальных. Точнее, если нам нужно выделить эти три точки, но не выделять эту, это никогда не произойдет. Поэтому мы выделяем эти, мы это тоже внутри и выделяем. Потому что судьи будут. Значит, мы ищем какие-то точки, которые не лежат, а выпуклые, ну, не одна из точек лежит в выпуклой оболочке трех других. Ну, хорошо. Ну, давайте я, условно говоря, нарисую ромбик. И уже отсюда, я думаю, примерно понятно, как доказать, что невозможно отделить. Значит, вот эти точки, в принципе, понятно, что можно отделить. Нам хочется доказать, что мы не можем отделить вот эти. То есть, чтобы отделить эти две, а вот эти тоже не включаются. Ну, это, условно говоря, сделать довольно просто. Пусть мы каким-то чудом их отделили. То есть, возьмем... То есть, вот у нас есть две точки. Так, значит, ну, строго говоря, доказательство такое. Возьмем ромбик и выберем противоположные углы так, чтобы их сумма была больше 180. То есть, например, 5. Ну, сумма углов явно больше 180. Значит, мы уже догадываемся, что их отделить можно. Хотим показать, что два остальных отделить не можно. Идем от противного. Пусть мы каким-то образом их отделили. То есть каким-то образом, опять же, из картинки понятно, что это невозможно, но представьте на секундочку, что вот у этих двух точек в сумме углы меньше 180. И они оказались внутри круга. Ну, чудно. Тогда давайте вот эту точку я буду двигать вниз до того момента, как она коснется круга. Это сюда. Значит, их сумма была, то есть это альфа, это бета. Альфа плюс бета меньше 180. Я беру, тащу одну вершинку на один, на одну часть круга, вторую на другую. То есть на больше 180. Что? Больше 180. Ну и, скажем так, я хочу доказать, что если это так, то я не могу их отделить. Все, понял. То есть, опять же, картинка, понятно, что картинка какая-то интуитивная, потому что мы доказываем то, что мы можем. Ага, все, я понял. Вот. Представим, что альфа плюс бета почему-то по сумме меньше 180, что явно не так. Берем растягиваем. Учили такую картинку? Понимаем, что раз мы тащили эти вершины, то эти углы только уменьшались. Поэтому альфа штрих и бета штрих углы все еще меньше стало. Ага. Давайте дальше. Давайте вот эти вершинки приблизим сюда. И мы будем их приближать так, чтобы получить в итоге квадрат. Не получился квадратик, я извиняюсь. Это симметричный квадрат. Но пока мы эти сюда тянули, понятно, что этот угол уменьшался, этот угол уменьшался. Итого, мы их сумма была меньше 180, мы их все время уменьшали, получили квадрат. Значит, сумма должна равняться 180. Противоречие. Отсюда утверждение. Не найдется таких четырех точек, что мы можем их разбить кругами фиксированного радиуса. Хорошо? Ну, отсюда размерность.
кружков у нас 108 хронотроечки. А сюда в теореме Ванкинского-Шрёдингера, собственно, мы можем поставить супрему по нашим кружкам B. Они будут лежать внутри наших ячеек. Значит, здесь у нас 1 на m. Тут уже не m большой, тут m маленькая. Вот мы смотрим среднее количество x-ы, которые лежат в b. А здесь вероятность того, что какое-то x первое лежит в b. Меньше эпсилон, больше эпсилон. Ну, опять же, вспоминаем про то, что вероятность икситая лежит в B. Это просто площадь. Это не что иное, как 100 логарифм F делить на M. И тут подходит то самое мистическое условие, которое я не выписывал, потому что оно страшное. Но если проделать необходимый анализ, для эпсилона равного 50 логарифм n на m, для дельта равного 50 логарифм n f, можно показать, что n больше равно та самая функция от тройки эпсилона дельта. И отсюда получаем что? Ага. Модуль сумма минус вероятность, которая равна, меньше эпсилон. Хотим показать, что эта сумма больше равна чего-то. Ну, значит, раскрываем это с минусом. Значит, отсюда говорит 1 на n сумма 2 n индикаторов больше или равна вероятность x, x первого лежит b минус эпсилон. То есть я просто раскрыл этот модуль и взял только одну из вероятностей. Ну хорошо, я и говорю. Домножаем все на n, смотрим сюда. Это вероятность это сотня, эпсилон это 50. Получаем, сокращаем. Здесь получаем 50 лог n. Ой, что-то странно. Смело плохо, что-то. Ага. Домножу и то, и другое на n. И получаю вероятность. Заметьте, тут супрема. Значит, супрему. Так, ладно. Из того, что здесь супрема по всем шарикам, значит, количество шариков, для количества икситов, которые попало в шарик, и мы берем супрему по всем шарикам, больше 50 логарифм n. Это явно больше единицы. Я же в этом случае там пишу, это больше единица. Оно больше равно 1 минус 50 уже на n. То бишь, при n, стремящейся к бесконечности, количество передатчиков в каждой ячейке, ну, будет хотя бы один, на самом деле будет много. Что надо? Ну и, как я обещал, завершение. То есть, опять же, это было просто для того, чтобы показать, насколько мощная теорема Плотникова-Чернёнингера, которая позволяет сразу говорить про целый набор нас. То есть тут это, опять же, в каком-то смысле это только кружки заданного радиуса. С другой стороны, это все кружки, которые лежат в нашем множестве. Поэтому вы сразу контролируете все ваше поле, то есть одновременно. То есть это довольно мощный результат. Самое главное вот это загадочное неравенство пройти, которое я здесь не упоминаю, потому что, ну, страшное неравенство. Хорошо. Чудно. И, как я обещал, про количество
линии, которые пересекают одну ячейку. Значит, здесь снова какая-то ячейка, какая-то линия, то есть здесь какой-то y и t, здесь какой-то y. Все эти линии по построению на самом деле тоже независимые. То есть именно мы берем какие-то независимые y и t, независимо от чего выбираем им место достижения, получаем независимые линии, снова мы попадаем в некую область законов больших чисел и так далее. Мы, соответственно, опять же, хотим понять, сколько максимум пересекает линии одной ячейки по всем ячейкам, естественно. То есть нас интересует максимум количество линий, пересекающих в литре, максимум по литре. То есть нас снова интересует какое-то свойство, которое по всему пространству, по всей ячейке. А поэтому нас снова манит наша теорема о вакууме. Тут на самом деле чуть сложнее будет ее применить, но тем не менее, я надеюсь, вы не говорите, что она здесь тоже работает. И здесь осталось только понять следующее. Если в прошлый раз мы сказали, ага, вероятность того, что один передатчик лежит в шарике, это ровно стол грифом делить на это. И, собственно, та самая вероятность не определяла порядок. А какая здесь та самая вероятность? То есть вероятность того, что какая-то линия ЭК пересекает выйдет. То есть конкретная линия ЭК пересекает выйдет. Но опять же, мы наши линии могут быть хоть какие, ячейки могут быть довольно некрасивые, поэтому, естественно, хотим как-то оценить. У нас равномерная вероятность, поэтому кружки, они не просто так строились. Но мы говорим, для каждой ячейки есть кружок радиуса 2, который содержит нашу ячейку. Поэтому, так, нам нужно. Сейчас. Видите, я замешкался. Недолго я забыл, а нам нужна оценка снизу или сверху. Давайте посмотрим. Ага, нам нужно на самом деле сверху. Тут нам нужна оценка сверху. Значит, если ЭК пересекает ВИ, тогда она пересекает большой кружок дворов. Значит, мы можем заменить эту вероятность на ЛК пересекает кружок радиус двора. А теперь, то есть, у нас задача. Как оценить вероятность того, что линия, которую мы выбрали, пересекает данный кружок. Ну, опять же, я здесь дам грубую оценочку, но которая все еще нам дает нужный порядок. То есть, опять же, для чего много из этого я показываю, рассказываю? Для того, чтобы показать, что иногда в таких задачах достаточно грубые вещи, достаточно интуитивные, но все равно грубые методы, они все равно дают нужный порядок, которого достаточно. Итак, вот у нас большой круг, вот в нем круг радиуса дворов. Значит, вот у нас наша игрекутая. И мы хотим понять, пересечет ли нужная нам линия
это уже принять. Ну, для этого, на самом деле, чуть более точно. То есть, одна степень грубости. Мы можем рассматривать вот такой сектор и оценить его площадь. На самом деле, можно поступить еще проще. А давайте возьмем вот такой сектор. То есть возьмем и ограничим, где у нас вообще могут быть точки. И этой площади нам примерно хватит. И она примерно нам даст наш порядок. То есть давайте посмотрим чисто по порядку. Если вы берете такой кружок, берете такой сектор, то здесь вы получаете, ага, это просто 4 ро, это константа, поэтому вы получаете 4 ро на константу, а ро у вас это что? А ро это у вас корень из 100 алгоритмов n. Опять же, учитывая константу, вы получаете сектор. И вы говорите, что ага, вероятность можно снизить. Я чем? А дальше, собственно, снова используя теорему Варнинга-Чернигоса, используя данное неравенство, вы покажете, что вероятность того, что давайте, чтобы так. Ага. Вероятность того, что Supremo того самого количества AI, пересекающих ВК. Я тут немножко меняю индекс, я тут пишу супремум по ВК. То, что это супремум меньше равен константой на... здесь получается... А, здесь уже получается N логарифм С. Это вероятность first edits. Отсюда как раз получаем. Количество линий, пересекающих одну ячейку, можно ограничить следующей функцией. А отсюда мы получаем наше ограничение на скорость. То есть мы говорим, в нашей схеме каждой ячейке нужно разобраться с не более чем константа на n в грифах n потоков. Каждому из этих, потоков нужна средняя скорость лямбда n. Поэтому, делая ограничение, что в данной ячейке есть какое-то собственно, какой-то предел омега, вы получаете лямбда n меньше равно константка вот этот самый n over. Здесь я не писал, как возникло 1 плюс дельта в квадрате, но я напоминаю, 1 плюс дельта в квадрате как раз идет из нашего разбиения на снотирование. То есть, учитывая то, что у нас еще 1 плюс дельта квадрат на константу слотов дополнительно сюда ссылается и получается финальная оценочка на среднюю скорость. Вот. Это все. Спасибо. Спасибо.